Приветствую всех из Одессы, 23 ноября 2023 года. 5 минут назад в 21:37 в Одессе, в Одесской области, снова объявили воздушную тревогу. Это уже третья тревога за сегодняшний день. Причина – российские истребители пускают кабы или кары в сторону Вилково. Просят укрытие не покидать. Могут быть пуски, конечно же, и в сторону направления города. Вот, авиация врага летает над акваторией Черного моря. Но, судя по всему, наверное, сбрасывают, минируют море. Вот, сбрасывают какие-то самодельные бомбы, чтобы помешать судоходству. Вот. Несмотря на то, что это уже третья воздушная тревога, в городе обстановка спокойная, в городе взрыва никаких не звучало, в направлении Одессы ничего не летело. Я на связи, будет обновляться информация, буду сообщать. До встречи в новых видео, всем пока.